Впервые в Казахстане стартовал общенациональный конкурс «Мерили от басы» под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейной политики при президенте Республики Казахстан. В стороне не остались и жители Карагандинской области. Семья Жусуповых из города Абай решила проверить свои силы. С конкурсантами познакомилась наш корреспондент. Члены семьи Жусуповых узнали о республиканском конкурсе из местной газеты. Кайрат, Бакытгуль Жусуповы и их дети ведут активный образ жизни. Глава семьи – преподаватель начальной военной подготовки. Мужчина с молодости занимается спортом, участвует в областных соревнованиях, и это полезное занятие прививает своим детям. Ну, семья у нас сплоченная. Как бы дети у меня воспитанные. Жена у меня как бы домохозяйка, все старается для семьи. Бывает трудности, приходишь домой, уже семья, уже как бы увидев детей своих, немножко успокаиваешь. И жена вот меня всегда как встречает с работы, ну как-то уже человек уже как бы меняешь, как бы приходишь, как бы вам сказать, вот, ну, успокаивает как бы семья. Мать пятерых детей тоже работает в школе. Также особенное внимание уделяет семье, супругу, двум дочерям и трем сыновьям. Многодетная мать признается, что уследить за большой семьей не так просто. Но в этом ей помогают старшие дети. 22-летняя дочь Сайма и 19-летний сын Ойрат. Семья, это, как говорится, она святой. Вот. Любое время, вот, ну, мне скучать не приходится, как говорится. Одни приходят с учебы, другие уходят на учебу. Как вот старшая вот за младшим вот ухаживает, ну как, помогает мне вот по дому вот. Супруги Кайрат и Бакытгуль Жусуповы воспитывают в своих детях трудолюбие, честность, любовь к родине и спорту. Трое сыновей ведут активный образ жизни. 19-летний Ойрат Жусупов увлекается боксом. Второй сын, 17-летний Аблайхан, тоже серьезно занимается боксом. Сейчас юноша на международных соревнованиях в Болгарии. Младший братишка Ислам, в свою очередь, делает первые шаги в спорте. Классно, когда вот большая семья, действительно, вот, когда помощь, когда трудности вот помогают. И им, когда вот надо помочь всегда в школе, вот мы это все уже прошли, как бы, и им помогаешь, свое все отдаешь им, вот, и, соответственно, они тебе помогают, опора, как бы. В этой ячейке общества семейные отношения построены на принципах взаимопонимания. В ней принято радоваться успехам членов семьи, также помогать друг другу в тяжелых ситуациях. Бакытгуль Укасова, Диас Нурмуханов, Артем Ковалев, 5-й канал.